производства. И в этом смысле мы думаем... И вы бы хотели видеть стратегии Фарма 2030 в сфере именно того, чем... Как в будущей деятельности любого специалиста, так... Портфель инновационных разработок, который был создан в стенах нашего университета. Данные разработки ориентированы на лечение социально значимых заболеваний, прежде всего онкологии, инфекций, диабета, неврологических и других заболеваний. Особый интерес представляет работы в области разработки лекарственных препаратов на основе генных и клеточных технологий. В университете есть пакет разработок в области биофармацевтики, который позволяет нам конкурировать на этом новом рынке фарминдустрии. В этом году мы завершаем создание производства опытных партий, опытного производства партии фарм субстанций по требованию GMP.